из жизни фруктов. Возле села Лютиш в Киевской области была база отдыха. И вот занималась, принадлежала она тоталитарной псевдохристианской секте «Духовный центр Возрождения». Руководил ей Владимир Мунтян, который скромно называл себя апостолом. Собирал, естественно, деньги, отлично жил, в прошлом уголовник, отсидевший, ну, как обычная талантливая авантюрюха, который собрал большую паству, а с началом специальной военной операции вовсю помогал киевскому режиму, ну, откусывал от части своих доходов, и в конечном итоге надеялся, что его это спасет, не спасло. По каким-то причинам на киевскую, на эту базу отдыха Лютиш напали вояки, вооруженные, как положено, в форме. Ну, сначала вроде бы они не собирались там размещаться, но когда паства пошла в атаку с хоругвями, как положено, отдайте нашу базу, вот на фото кусочек из этого видео, они открыли огонь поверх голов, ну, в общем, базу они вынесли и разграбили капитально. Это, к примеру, о том, как это все происходит в глубоком тылу, там, где никакого наступления давным-давно уже нет, нет и российских войск в радиусе нескольких сот километров, но, тем не менее, вот такие вот порядки существуют, и, естественно, апеллировать там кому-либо бесполезно. Причем в данном случае речь идет о разборках, в общем-то, между своими духовными лидерами и вояками, которые, ну, вот к пророссийским или московитам или рашистам, ну, никак не относятся. Тем не менее, вот такие вот из жизни фруктов зарисовки. На этом пока все. Всего вам доброго. До новых встреч.